Абсталяванне рыбацкага месца, праверка рыштунку, выбар прынады. Падрыхтоўчы этап да спаборніцтва праходзіць грунтоўна. Ён займае не адну гадзіну. Нарэшце гучыць каманда суддзі. Начаць за корм! Як закарміў, такі ўловы атрымаеш. Для тых, хто ловіць фідэрам, гэта дакладнае правіла, але не адзінае. Як і ў спорце высокіх дасягненняў, тут хапае нюансаў, якія ўплываюць на вынік. Гэта і якасць снасці, і тэхніка закіду. Рыбаловны спорт вошёл в единую кваліфікацыю відаў спорту Республікі Беларусь, як не вошедшы в праграму Олімпійскіх ігр. Так што это паўнацэнны від спорта са сваімі чэмпіянатамі, з чэмпіянатамі Республікі, з чэмпіянатамі міра. І поэтому спортсмен, естественно, очень экипирован значительно лучше, чем любитель. Для Евгена Виноградова секрету у рыбалцы бадай засталося няшмат. Любимой справе брастаўчанин присвятил 45 год. А с початку 90-х просто захопление от фидера. На это, кажет спортсмен, свои причины. Динамикой ловли, в принципе, как бы манерностью, что ли, так сказать, уловистостью. Вот. То есть снасть простая, достаточно доступная для всех. Скажем так, в отличие, допустим, от поплавочной ловли, я имею в виду в спорте. Вот. Там много нюансов, много затрат и так далее. Фидер, он значительно демократичней. Вот. Ну и динамика ловли, дистанция, крупная рыба. Как бы вот эти вот обстоятельства, наверное, меня и привлекают в нем. А вот тезка майстра Евген Бурбицкий, покуль спортсмен починаючий. Хотя некалькі спаборництв за плечима ён уже мая. И профессийные приемы юниор засвоивая мгновенно. Кормил сенсасом с трайпером. Сенсас – танк плотвиной и трайпер линь-карась. Добавил кукурузу. Ну и все. Покуль дорослые спрашивались за областный кубок, маленький Вадим уважливо назирал за процессом. Спочатку сдалек, потом для самой воды. Цікавность двухгадового хлопчика до спаборництва просто подкупила присутных. А многие зробили веснову. Гродненский рыболовный клуб чакая перспективное пополнение.